Если совсем просто, то это подведение итогов олимпийской стройки, какой ценой она обошлась для экологии того региона, для многих людей, для тех, кто там живет. То, что люди последние, сколько там, 5-6 лет жили, можно считать, что в условиях стройки. То есть жить на стройке – это не так прикольно. Откуда у вас такие данные? Вы с кем-то знакомы? Да, вот сейчас вот буквально должен подъехать человек, который, например, работал в Сочи, он ездил туда на заработки, ему не доплатили зарплату, как и многим другим рабочим. И про условия, какие там у рабочих тоже были, то, что они там жили в бараках по несколько десятков человек. Плюс экология, опять же, это тоже очень важный момент, потому что это был, там была курортная зона, там множество заповедников, часть из которых из, как это, в общем, из разряда заповедников выведено, чтобы там что-то построить, экология разрушена, отравленные реки и все такое. То есть это еще много лет будет какие-то последствия нести.